Доброго ранку всім, хто щойно приєднався до нас. Ми продовжуємо наш ефір, програму «Новий день», і поряд зі мною вже є перша гостя, чарівна Наталія Рябинкова, начальник санітарно-гігієнічного відділу Державної санепідемстанції Миколаївської області. І сьогодні ми будемо, доброго ранку, Наталя, говорити на дуже актуальну тему, яка турбує багатьох мешканців Миколаєва. Вже вовсю продають кавуни та дині. Ми можемо бачити вже велику кількість. Доречно зараз їх купувати? Чи це сезон, чи може трішки пізніше, чи є в них нітрати? Хотілося б ставити крапки над «і» в цьому питанні. Ну, можна, я советую чуть-чуть подождать. Все-таки сезон арбузовой дыни – это середина августа, сентябрь. Ну, хочу отметить, что нитраты, не надо их бояться, они есть во всех продуктах. Это обыкновенные соли азотной кислоты, которые участвуют в синтезе белка и нуклеиновых кислот. Без нитратных продуктов не бывает. Просто нужно соблюдать осторожность. И немножко подождать, я советую. Скажите, яку шкоду может нанести нитраты организму людини? Нитраты сами по себе малотоксичные вещества. Токсичным действием обладают нитриты, которые преобразуются из нитрата в желудочно-кишечном тракте. Нитриты нарушают синтез кислорода в организме. То есть наши ткани страдают от отсутствия его. И проявляется это сразу в отравлении синюшностью, цианозом по-научному, тканей, слизистых. И отсюда, когда получается, что организм страдает от недостатка кислорода, естественно, головные боли, слабость и нарушение функции желудочно-кишечного тракта, понос, рвота и так далее. Тож, дивіться, ті кавуни, які ми можемо бачити сьогодні на ринках, вони вирощені, виявляється, штучно. Як взагалі потрапляють нітрати? Нітрати – це солі азотної кислоти, які йдуть в составі мінеральних удобрень. Вони применяються для боротьби з вредителями на полях, для усилення росту при неблагоприятних погодних умовах, засухі або дощах. Вот, поэтому при ненормированном внесении этих удобрений нитраты накапливаются в бахчевых. Вот и так они попадают в арбузы и дыни. А если дуже хочется придбати кавун, и кто-то все-таки піде придбає его, чи є якась доза, яку можно нитратів в свій організм залучити, чи ні? Норма нитратов допустимая в арбузах – это 60 миллиграмм на килограмм продукта, а в дынях 90 миллиграмм на килограмм продукта. Это норма, гигиеническая норма. Вообще безопасная доза, как свидетельствуют научные исследования, по поступлению в организм, это 200 миллиграмм. То есть человек совершенно не заметит. Мы же ведь не только арбузы, дыни кушаем, мы пьем тоже воду, едим другие продукты, нитраты, там есть тоже. Это безопасная доза. Обезопасить себя можно просто элементарными вещами, кто очень внимательно смотреть на продукты, на арбузы и дыни, не покупать вдоль дорог обязательно, потому что кроме нитратов, которые там могут присутствовать вдоль дорог, соли тяжелых металлов, которые из выхлопа впитываются в эти вот продукты. Не покупать резанные, гнилые и подпорченные бахчевые, потому что микроорганизмы, которые очень легко размножаются на поверхности, проникают в мякоть и могут привести к кишечным отравлениям, часто которые люди путают с отравлением нитратов. Они купили некачественный продукт, фактически отравились микроорганизмами, получили инфекционное острое заболевание, думают, что нитратами. Не покупать такие продукты. И тщательно их мыть обязательно. Вот. И внимательно смотреть документы. Если вы сомневаетесь в продуктах, у продавца должен быть документ о качестве. Обов'язково, да. А якщо не пред'являє покупець такий документ? Не покупайте, пойдите в другую точку и спросите там, есть ли этот документ. Сейчас в лаборатории, есть такие лаборатории, которые делают, и предприниматель, который выращивает
такі бахчевы на полях обязан партии бахчевых проводить анализы радиологические, в том числе на нитраты. Тобто этап такий, спочатку проходить анализ в лабораторії бахчові, так, дається довідка, чи можна їх продавати, і лише потім виходить на ринок. А ну дуже часто зустрічається, що просто ніяких недовідок, немає ні справок, ще і нагрублять тобі, якщо так. Скажіть, ось лабораторія перевіряє, а чи можна якось вдома перевірити? Чи скупила я кавун, як мені вдома дізнатись, чи є там нітрати, чи ні? Ну, значить, є такі бутові, широко розрекламовані методи. М'якоть арбуза поміщають в стакан з кипяченою водою, розтаптують, розмішують. Якщо жидкість мутніє, це нормальний арбуз. Якщо він становиться розового цвіту, значить, там є якась і повишена доля нітратів. По внешньому виду дуже легко арбузи, але тільки на розрізі. Є такі в арбузі на розрізі такі тяжі, які тягнуться від серединочки к корці. Вот. Если это те же желтоватого цвета, там тоже повышенная доля нитратов. Мякоть должна быть зернистая, не гладкая и без всяких оттенков, то есть красный или розовый. Вот такие внешние признаки бытовые, чисто по которым я лично выбираю. Дуже часто таке буває, що розрізаєш кавун яскравий, солодкий, а насіння ще біле. Не чорне, таке ще зовсім молоденьке. Це теж означає, що нітрат? Зараз дуже багато сортів різних арбузів. Я не можу вам сказати, що це плохой арбуз. Зараз завозять семена і голландські, і різні. Є теж без семян, так що я думаю, що цього пугатися не потрібно. Скажіть, а ще, чи якось розмір впливає на якість кавуна? Є такі величезні, просто великі, є маленькі? Це залежить від сорта. Просто деякі люди думають, що якщо великий, то він там накачаний нітратами, якимись некорисними речовинами. Ну, тому що нітрати – це стимулятори росту. Якась доля правди в цьому є, але від сорта тоже очень много зависит. Еще хотела сказать, что сейчас на рынок много выпускают приборов, которые меряют нитраты. Это нитрат-тесты там с лакмусовой бумажечкой, такие бытовые. Нитратомеры тоже, которые иголочка втыкается в продукт и электронно показывают количество нитратов. Ну, там очень большие погрешности, все зависит от диапазона этого нитратомера. Он не все количество показывает. То есть это просто для успокоения, я считаю. Хотя какая-то, в общем, доля количества они показывают. Ну, они дорого стоят, поэтому, в принципе, лучше для лабораторным методом мерить. Ну, к сожалению, сейчас только вот на совести продавца у нас это все. Скажите, как кавун проверить на нитраты в домашних условиях, мы з'ясували. А с дынею? Как будет с дынями? Дыня тоже, опять же, тут не пойдет метод со стаканчиком воды, ну, да, да. Дыня накапливает, и в принципе и арбуз свои нитраты, если там они есть, ближе к корочке. Здесь советую просто снимать очень хорошо корочку, вот дыня должна быть сочная и сладкая, и хорошо пахнуть. Дыня очень хорошо реагирует на химикаты запахом. Если это не дынный запах, то, в общем, лучше туди не їсти. Краще не їсти. Дякую. Давайте підсумуємо нашу розмову. У вас є змога звернутися до наших глядачів і ще раз занотувати, як же ж купувати, не купувати, чи почекати, щоб не нашкодити собі. Я обращаюсь к телезрителям и говорю опять, давайте подождем чуть-чуть. Все-таки испокон веков дыни и арбузы вызревали в середине августа, начале сентября. Вот еще чуть-чуть осталось, тогда мы уже можем точно знать, что мы гарантированно покупаем качественный продукт. Не покупайте бахчевые на стихийных рынках, а на точках, которые могут вам предоставить документы о качестве. Щиро вам дякую, Наталя, що знайшли час вранці, завітали до нашої студії і роз'яснили нашим мешканцям, як же нам бути. Трішечки мати терпіння, чи все ж таки куштувати. Отож, у нас в гостях була Наталя Рябинкова, начальник санітарно-гігієнічного відділу Державної санепідемстанції Миколаївської області. Дякую.